Вопрос о судьбе долгостроя в деревне Ксты поступил во время акции «Белта. Ваш вопрос президенту» от жителя Полоцка. Мужчину волновал вопрос, что будет со зданием, которое возводят недалеко от города. Первоначально в нем планировали разместить родильный дом и хирургическое отделение. Строительство объекта начали в сентябре 2011 года. Был заложен фундамент и возведен каркас. В октябре 2012-го стройку приостановили. Согласно плану развития здравоохранения Витебской области на 2016-2020 годы и в целях создания единого больничного городка на базе начатого строительства рассматривается вопрос возведения нового лечебного корпуса межрайонного онкологического центра. Тем не менее, пока о сроках его появления говорить рано. Для Полоцкого, Докшицкого, Глубокского, Поставского, Брасловского, Мёрзкого, Верхнедвинского, Рассонского, Ушачского и Шарковщинского районов создание современного онкоцентра – стратегически важное и приоритетное направление на ближайшие годы. Это позволит расширить объемы специализированной медпомощи, внедрить новые методы диагностики и лечения.